Обязательным атрибутом новогоднего оформления должна быть елка. Некоторые хозяева магазинов решили, одной снежинки на окне вполне достаточно. Музыка и новогодний декор привлекает покупателей, создает атмосферу праздника. Но не во всех магазинах успевают нарядить витрины, фасады и входы. Хотя поручение было дано главой города еще 3 недели назад. Магазин «Мегафон» на улице Краснодарской ждет своих новогодних игрушек из другого города. Объясняет, посылка потерялась по пути. «Мегафон» обещал исправиться, а пока в магазине красуется одно только зеленое дерево. Все то, что от нас зависит, мы сделаем как можно скорее. Уже сегодня к вечеру наши окна будут наряду со всеми светиться красивыми огоньками, а все то, что дополнительно привезут, будет установлено по мере прибытия. Как украсить магазин к Новому году, чтобы особо не нагромождать витрину, но при этом создать настроение? Подойдет легкий декор, его можно сделать из коробок. Завернуть их красиво и положить у входа. Студия красоты «Шоколад» еще только начала готовиться к Новому году, но идет по правильному пути. У меня просто вкус определенный. То есть я не люблю, когда на окнах что-то наклеено. Мы вот накрутили красивые подарочки. Ждем, привезут елочку. Если что-то клеит сверху, просто-напросто за ночь все это будет содрано. Поэтому вот что можно, что мы посчитали в нашей стилистике, что нам подходит, мы сделали. Елочку нам подвезут, но на ночь все равно приходится все убирать. Магазин «Беги по небу» тоже еще на стадии подготовки. Только заказали новогодние украшения и ждут дизайнерские елки с сюрпризом, чтобы порадовать покупателей. Заказал я новогодние 2 елочки, искусственные, дизайнерские. Они будут расположены слева и справа от входа по одной. Через, я думаю, сутки они уже будут стоять. Фонарики, снежинки и вырезание из бумаги, такого ничего не будет. Наклейки над окна, чтобы потом отмазывать в январе, такое делать не будем. Елки именно сами зеленые, настоящие, принципиально покупать не будем, чтобы не портить окружающую среду. Город готовится к Новому году, но пока не везде чувствуется праздничное настроение. Предприниматели обещают проявить больше фантазии и креатива и до конца недели создать праздничное новогоднее настроение.